Химках продолжают реализацию программы «Безопасный регион». Чтобы контролировать правонарушения, в округе устанавливают камеры видеонаблюдения. Они позволяют в онлайн-режиме транслировать картинку сразу в управление МВД и единую дежурную диспетчерскую службу «Химспас». За 3 года работы программы установили более 1000 камер, прежде всего в общественных местах и на социальных объектах. В настоящее время у нас 85 социальных объектов подключены к этой системе. В 2019 году подключено 4 школы, включая школу равных возможностей, которые сегодня мы подключаем к системе «Безопасный регион», а также 4 детских сада. Все работы проведут до 2021 года. В ближайшее время камеры установят в детском саду «Маленький принц» в Подрезково, в скверах округа и на детских площадках.